Привет, представься. Добрый день, Никитин Артем, команда Барса. Как сегодняшний матч? Ну, наконец-таки одержали первую победу в этом сезоне. Набираемся уверенности. Команда соперников чуть-чуть, конечно, послабее уровня, чем в Испании мы играли первые три игры, но тоже дала бой, играла до конца, не хотела уступать, но выиграли сегодня. Есть ли какие пожелания на чемпионат? Собираться на игры, хотя бы таким коллективом, как сегодня, то две игры или три даже играли без замен и одну без вратаря. Допускаем из-за этого обидные поражения, теряем очки. Ну тогда удачи вам, спасибо. Самое главное.